И всем большой привет, с вами Гантриус, и мы продолжаем играть в Flatout 2, да. Остановились мы в том моменте, что ни на каком, что мы дерби прошли, все окей, ну, короче, вот это. Да, первое место, это я так и до сих пор не перепрошел, да и нахер надо. Что ж, сегодня мы начинаем новую, новую стадию. И приступим. Так, кто у нас там звание? Рэй Картер. Ну, естественно. У Салли Тейлор такой же, кстати, пикап. И почему-то он быстрее, хотя у меня протюненный. Так, ну, свали! Дура ебаная, блядь. Ага, плакаты. Угу, круто. О, вот там прижали... Так, воу-воу-воу, тихо. И свали. Так, свали, девчонка. Не, пикап охрененно просто. Пикап реально тащит, то есть, ну, серьезно, вот. Это малышка Софи Мартинес, которая, кстати, гоняет довольно неплохо, на самом деле, на своей чили-шмупер. Воу, тупо, вау. Воу, тихо, ты куда полела? Так, срезаем. Никто не запрещает срезать, лол. И отрываемся тупо. Не, это было классно, как Софи Мартинес тут прижал. Вообще классно было. Тупо въебался в нее, это вообще класс. Просто супер. Блять, кто-то разбросал, блядь, все это говно. Воу, кто за мной гоняется? Блять, ну какой же даун, сука, реально. Не смотрю на дорогу, блядь, смотрю назад, блядь. Реально даун какой-то. Воу-воу-воу, тихо. Слушай, я, конечно, понимаю, что хочешь выиграть там первое место. Блять. Сука. О, кстати, мы первые. Блять, ну пока что, блядь. Сука. Как же меня бесит реально. Больше всего меня бесит реально Софи Мартинес. Она прям вырубает с каких-то всех ситуаций. И потом хоба, блядь. Вот просто реально. Спасибо. Блядь. Я, конечно, все понимаю. Ты крутая там, все дела. Ну свали реально. Просто бесишь. Реально, Софи Мартинес реально меня раздражает, честно. Особенно в стрит... в стрите, да. Она реально там жестко на каньоне своем говёном. Так, они нас загоняют, особенно Софи Мартинес, это грёбаная. Оторваться реально. Не, в принципе, мы реально выиграли уже. Так что им можно даже не стараться уже. И не пытаться даже. Ну, хотя Софи Мартинес как-то пытается, но... У нее не получится ничего. И... Отлично. Супер. Так, у меня самый лучший круг, ну, естественно, я самый крутой. Так, что у нас? О, нормально. Денег. Ну, кстати, посмотреть, может купить новую тачку уже какую-нибудь в дерби. Блять, еще пока что... А, ну у нас же есть точно. У нас же кто у нас? У нас пикап, да? Можно шейкер, в принципе, забабахать, но я не знаю. Можно бластер купить на самом деле и протюнить его, и будет вообще зашибись. То есть, ну, можем таранить всех тупо и вообще тупо. Либо реально побеждать и тупо гонять, 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 никого не задевать. Ну, пока что давайте на пикапе поездим. Возможно, реально бластер мы купим, но я не знаю. Так, с Ланом. Продолжим. У нас хотя первое место. Не Софи, а Софи Мартинес у нас тут, конечно. Кто у нас первый?
Кэти Джексон. Окей. Так, свали-ка. Молодец, свалился. Оу, как жестко! Так, сейв уходим тупо напрямую. Так. Так, свалите все. Так, ну бульдозер точно должен быть я, потому что я снес больше всех. Уверен. Потому что, ну лол, я больше всех снес. Если буду не, то будет плохо. Я буду злиться. Злиться до лица. Кэти Джексон, Софи Мартинес. Две ненавистных бабы просто, вот реально. У них тачка лучше, чем у меня, естественно. У меня, блин, 112, блин, всего лишь максималка. На этом гребаном пикапе. Не, пикап сам, на самом деле, как на стартовый, да, он нормальный, он реально классный. То есть ты можешь таранить тупо и выигрывать. То есть, ну, да, классно, но... А когда уже начинается полная жопа, то да. Не хватает скорости, тупо. И тебя могут обогнать тупо. Я... О, сука. Я думаю, сейчас въебусь. Ёб твою мать, это реально. Вот насколько все реально продумано. То есть абсолютно все мешает тебе на дороге. Все абсолютно. Осколки разные, какие-то бревна, остатки от соперников. Блин, это реально вот все круто продумано. 2006 год, ё-моё. Да, 2004, когда вышел Flatout 1, тоже неплохой, на самом деле. Возможно, мы в него когда-нибудь поиграем. Возможно. Ну а пока Flatout 2. Так, в принципе, без происшествий, кто у нас там? Так, окей. Софи Мартинес, там Кэти Джексон, ну... Естественно. Так, и... Давай, пожалуйста, новый рекорд, давай, давай, давай. И... Да. Пока что мы лидируем, и я не хочу отдавать Софи Мартинес первое место. Блядь, ну какой... Ой, бля, ну какой шатдаун просто вот. О, Джейсон Уокер. Чпокер. Так, Софи Мартинес, посторонись. Почему она чистая реально? То есть она чистенькая. А вот сейчас нет. Она свалила. Отлично. Остался только Джейсон Шпокер, блин. Шпроты. Да не, он не выиграет. Так что он пошел в пизду. Так, отлично. Отлично. Супер. Так, и давай новый рекорд. А, нет. Нет, не получится новый рекорд. Не. Ну ладно. Отлично. Ну, бульдорзе точно буду я. Кстати, лол. Так, окей. Блять, ну бульдозер, я говорю. Фрэнк Малк, да это хуйня что ли, бля, какой. Какой у него. Бля, в смысле Fastest Lap, в смысле? У меня же 0.2. Бля, что-то я. Что-то Малков ты совсем, блядь, охуел, реально, блядь. Так, ты сразу. Додик. Да ё-моё, Додик, Уокер. О, господи, Додик вонючий. О, 4 круга, ебать вы мой рот. 4 круга, охереть. Бам, тупо. Просто бам-бам, тупо. Вот просто разносим, разносим, ребятки, просто бам, тупо, блядь, долбоёб просто, видите? Ладно, хватит веселья, надо догонять. Кто у нас там впереди? Софи Мартинес? Ну, естественно. Тёлки вперед. Так, по этой дороге, Ксаня. По этой дороге, на самом деле, я не люблю ездить, потому что, блядь, она... Ну, да, именно такая. Уёбищная. Кстати, может, нам не стоит даже расслабляться, потому что круги довольно, на самом деле, короткие. А это очень плохо, кстати. Так, съебался. Ха-ха, ебать его там вообще, блядь, перекосило. Нам не стоит расслабляться реально, потому что, блядь, круги очень короткие, и это довольно плохо, на самом деле, для нас. Потому что Софи Мартинес, вот эта ущербная, может выиграть, кстати. Так, вот тут я бы построил то, что мой пикап высокий. Хотя он Малко вроде выше всех пикап этот. Или внедорожник, блядь, хуй знает. О, да. На,
Короче, тут круги супер-супер короткие, и я предлагаю лучше просто оторваться тупо и никому не отдавать свое первое место. Блять, ну пиздец. Осторожно, давай. Отлично, движемся, отличная траектория тупо. О, вообще, блин, супер быстро. Так, последний круг остался, да? Угу. Я думаю, мы выиграем. Да. Блять. Так, кто у нас там? Салли Тейлор? Окей. Оба, как у нас там мордашка? Ну все нормально, зацепись. Это же пикап, ёпта. Он таким и должен быть разъебанным. Так, давай. 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 Давай, 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 давай. Еее! Черт, не лучшим. Ладно. Так. Кого самый лучший? Ну, естественно, у меня. Или не, подожди. Блять, Малков, да ты охуел, сука. Ну ладно, хотя бы первое место, окей. 1500, дерби. Окей, 12к у нас есть, в принципе, давайте дерби сейчас пройдем. Вот это. Дерби. Так, его сразу ебем в жопу. Так, давайте сейчас сразу разъебем на... Вы, блядь, пиздец нам. Бля, ебануться. Ну, бля, естественно. Бам, тупо въебался, тупо... Тупо... Бам, тупо, ря. Бля, у меня тачка уже в хламину, честно, уже, ебать. Тачка уже в хлам... Блядь, ну, Софья Мартин, да ты, сука, чмошница, ебаная. Отлично. Блять, Салли Терра, да ты, сука, ебаная тварь, блядь. Без матов тупо никак. Блять, пиздец, меня сейчас выебут в жопу, честно. Ой, блять, пиздец, меня сейчас... Блять, меня сейчас выебут в жопу, пиздец, блять, ребятки, бежим. Ой, бля, пиздец, ребятки, меня сейчас выебут в жопу тупо. Понимаете, в чем прикол? Меня сейчас выебут тупо в жопу, понимаете? И, блядь, пиздец. Просто пиздец. Просто пиздец. Три колеса, ёпта, держусь, блин. Но я думаю, что я сдохну сейчас скоро, потому что, ёпт, твою мать. Блядь, пиздец сейчас будет мне. Блядь, пиздец. Ну, блядь, естественно. Третье место. Не, блядь, так не пойдет. Я не люблю первое место. Ой, блядь. Третье место. Так, сразу ебем кого? Давай сразу вот... Блять, я не знаю, давайте сразу Софью Мартинес, блять, выебем. Потому что он, у него маленькая чили пеппер, вот эта уебищная, блять, хрупкая. А у нас пикап жесткий. Ну, блять, ну... Бам! Тупо ебать мой член! Охуеть. Да тут тупо было жестко, блять, Рикардо съебался, реально. Ой, ебать, что за месиво, реально. Ой, блять, пиздец. Не, у нас пикап, в принципе, держится, реально, то есть вообще классно, то есть... Ну, бля, заебись, короче, вообще класс. Так, блядь, сразу ты идешь, блядь, в пизду, блядь. Ты идешь. Так, окей, все отлично, все заебись просто. И не за мата, но, бля, играю вот просто без матов, чисто вот. Я хочу Булкина реально просто вот спародировать, чисто как он играл в Cutout Ultimate Carnage. На самом деле, мне очень сильно понравился Ultimate Carnage сам по... По стилю. Ну хотя там просто графика изменилась и добавилось несколько соперников, но. Блять, ну сука, вот. Пиздец, ёб твою мать. Так, блять, Малка, пиздец, ёб твою мать. Бля, кажется, мне пизда реально. Блять, не пизда. Блять, не пизда. Ой, бля, пиздец, не пизда. Так, давайте разгоняться тупо и давайте. Оба! Тупо напрямой. И тупо, блять, пиздец. Бля, пиздец, ебать. Просто я на одном колесе, блядь, держусь. Алло, блядь. Это нормально? Это законно, блядь? А, ну то есть, блядь, это нормально. То есть, ну, бля, заебись, классика. Бля, ебануться мучили. Ну, я сдох. Бля, надо бластер брать. В
второе место. Блять. Ну я просто так не отдам, реально. Первое место это у ёбки, у которого, блять, сука, бластер ебаный. Не, блять, я так просто не сдамся, сука. Так, давайте на Чили Пеппер вот этой. Ух, сука. Блять, сука, Джек Бент, тварь, конечно. Тут просто месиво адское. И главное, мне просто вот не попадаться под руку горячую. Блять, за мной могут погнаться, так что, бля, ну, чисто я не знаю, вот. Я не знаю, чисто вот. Вот, ну куда я, блять, вот. Реально даун просто, вот, чисто даун, еще реально. Куда иду, зачем иду, просто вот, знаете, вот чисто кухоба. Ржака, блять, мне сейчас выебут, честно. Кстати, Рейкард уже такой себе. Фух, блять, это было пиздец, как близко. Угу, близко. Если мы на него выпали. Давай, бам, бам. Блять, ну, вот как они просто вот так ускользают, что, блять, я не знаю просто. Отлично. Надо, короче, Джейсона покера, чпокера. Блять, тут чьи-то трупики валяются. Бам. Бля, пиздец мне. У меня же тупо нет колеса. Или есть, я хрен знает. Так, ну мы ебем жопу Малкова. Бля, честно, я хочу выиграть, реально. Блять, я хочу выиграть. Мне насрать вообще. Я хочу выиграть, тупо, понимаете? Я хочу выиграть. Бля, у меня нет колеса, ёб твою мать. Так, Малков. Съебался. Блять, у меня уже нет колеса, сука. Блять, Малка за мной едет, блять, пиздец, ребятки. Малка, остались только мы с тобой, сука. Блять, я так и знал. У меня мало хп тупо был, пожалуйста. Сука! Малка, будь ты проклят, тварь. Ну ладно, хуй с ним. Ой, блядь, я такой нахуй злой, пиздец. Блядь, и мне денег не засчитал, пиздец, ребятки. Блядь, денег не засчитал, ёб твою мать. Бля, обидно. Ладно, давайте купим новую точилу, хули нет. Так, ладно, чё купим? Давайте реально бластер можешь купить, или бенгер, у которого Джек Бентон есть. РВД 4. Давайте, ладно, реально бластер купим. И давайте его сразу же протюним даже. Так, окей, давайте сразу Engine тупо. Так. Отлично. Отлично. Закисяшота. Отлично. И денег уже нету, естественно. Ладно, будем копить. 700 у нас. А, нет, подождите, мы же можем продать этот пикап вонючий, да? Сейчас пикап. Селкар. И давай. О, нормально. Так, нам, допустим, хватит на инжай, наверное, да? Да. Надо, короче, тупо максимум. Так, боди. Не, я думаю, боди нам не надо, в принципе. Нам надо гирбокс вкачать бы. Да. Да. Снижает, конечно, вес, но не максимально, конечно. Так, вот это нормально. Это тоже нормально. Сейчас, короче, по полной, короче. Будет суспешн тоже, наверное. Для хендлинга. Хотя у него и так хендлинг просто заебись. Ой, бля, практически десятка, кстати. Давайте боди реально. Хотя, подожди, что осталось еще? А, вот это. Вот эта херня. Отлично, все. И 1350 на что? Ну, давай. Я не знаю, давай. Давай вот это реально купим. Так, а клирейшн, кстати, унижается. Кстати, это плохо. Нет, мы оставим пока что деньги. На следующую, наверное, партию. Окей, давайте снова пройдем дерби. Я просто так Малку не отдам. Первое место просто. О-о-о! Чувствуется, прям реально чувствуется, что он даже в разы лучше. Реально в разы просто. И бам! Тупо просто въебался. Просто вот въебался тупо, реально. Мощно. Да, просто вот чувствуется реально мощь пикапа. Точнее, внедорожника огромного, просто тупо.
просто бам, тупо бам, минус шавка ебаная. Блять, я застрял. А, спасибо. Не, в принципе, вообще нам не страшны, в принципе, какие-то угрозы, в принципе, на ближайшее время, я думаю. Ебать, мой член, охуеть, чё, блядь, происходит, ебать, чё за месиво. Ебать, чё за месиво происходит, реально. Не, в принципе, вообще, поебать, чисто на урон, да, будем брать во внимание. Блядь, вот только стены пизды не хочу получить. От стены, блядь, 7 даун, что ли. Так, блядь, ну, Софи Мартин, ну ты сучка. Блять, я хочу тебя уничтожить, тварь. Отлично. Тупая тварь просто, бесит реально. Очень... И... БАМ! Тупо ебать просто мой член. Просто видели, сколько ему, блять, снес? Просто ебануться. Так, опа, 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 опа. Отлично, ебать мой член просто. БАМ! Тупо Кэти Джексон. Тупо еще раз говорю, реально, просто тупо можно нагибать на этот отчили. О чем говорю, реально, тачка просто пиздец какая мощная, блядь, и... Блядь, трупаки реально бесят. Бля, прошу, кто-то мне сейчас ебется. Не, показалось, окей. Так, надо съебывать, пожалуй, подальше, и надо набирать скорость, реально. Так, в кого въебемся? Так, наверное, тебя, малыш. Отлично. Во, еще трупаки, кстати, лежат. Это, кстати, очень классно даже выглядит, на самом-то деле. Эти трупаки. Окей, где Фрэнк Малков? Шмалков, гандон. Бам, тупо въебался реально. Похоже, у нас минус один. И тупо я. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я первое место. Оу, я, оу, я. И деньги засчитали. Окей, дальше проходим. Ох, ебать мой член. Сколько карт, окей. Фух, ну, давайте проходить. Я думаю, эта серия получится довольно длинная, в принципе, как у Булки. Но у Булки вообще монтажа практически не было. Да и у меня не будет. Так сказать. Брат за брата. Так, блять, заснул. Взято, оба. Ебать, куда она улетела, пиздец. А это кто был, кстати, Софи Мартина, что ли? Так, оба. Ух, ебать просто. Как его просто в мясо, понимаете? Мясо. Вот о чем говорю, реально. Вот надо было давно купить это говно. Говно не говно, но оно реально говно. Ебать. Пиздец. Что происходит, ебать? Так, давайте... Так, куда ты поехал, слышь, пидорас? Фрэнк Малков. Он меня бесит на самом деле. Хотя у Булкина, да. У Булкина в монтаже. Булкиным ролике, он вообще творил всякую ахинею. А у меня он, в принципе, вырывается даже, кстати. Так, съебал Софи Мартинес, реально. Так, и ты съебалась. Так, кто у нас там? Ух, ебать. Сладенькие пупсики у нас на хвосте. Так, бля, надо бы по правому поехать, флангу. Ну ладно, хер с ним. Наберем запись Ашота. Так, и тупо, вот сейчас прям по прямой тупо. Бам, тупо, вот просто. Блять. Вроде 90, сколько у нее там было? Хендлинг, управляемость. Вроде до хрена, а вроде со мной не управляется. Не, нормально управляется, вообще заебись, четко просто. Надо было давно-давно его купить уже, вместо пикапа. Хотя у меня не было открыто точно. Вырываемся опять вперед. Отлично. Эти додики позади. Тупо додики, 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 додики. Ага, додики, окей. Софи Мартинес, Джейсон Уокер, чпокер. Фух. Пиздец. На самом деле очень приятно на самом деле записывать вот после такого долгого отсутствия на ютубе. Хотя немножко обидно, что у меня нет практически статистики даже онлайн на моих роликах, да. А все дело в том, что пидорасы, а именно, ну, вообще отчасти, да, Джейком Бентон, окей. Отчасти на моем канале пидорасы обитают, да, которые подписались ради халявы, тупо ради бесплатных робоксов. А какие-то пидорасы подписались, когда я стримил по Роблоксу, где-то 3 стрима проводил.
Эти пидорасы подписались, причем их 25 было пидорасов. Не смотрят ролики, и в итоге такой, бля, что за хуйня? А есть некоторые пидорасы еще на канале, которые смотрят только Roblox на канале. Вот знаете, выпущу чисто по приколу Roblox, да? И такие, о, офигеть, это что, Roblox? Вау, класс, ребята, просто вот... Я такой сразу, блядь, а где вы раньше были? То есть, серьезно, очень тупо на самом деле. Хотя, ну, сейчас учеба, да, многие, наверное, не смотрят сейчас каналы там, разные там. Занимаются учебой тупо, но, блядь, все равно обидно. Что некоторые меня смотрят тупо из-за Роблокса, на самом-то деле, очень обидно. На самом-то деле, реально неприятно чувство, на самом деле, когда тебя смотрят только из одного формата, а именно Роблокс. Окей, первое место... Так, отлично, окей. Акаш Файса слаб и... Окей. Так, окей. Не, на самом деле очень реально обидно, что на моем канале они пидорасы обитают по Roblox. То есть, кому-то интересно, вот просто реально тупо вот Roblox только, да? И мне на самом деле это очень неприятно. Это чувство типа лоу. Вроде так много подписчиков, а вот только толку от них, даже сказать, нет. Нету толку. То есть такой 131 подписчик. Вау, офигеть, наверное, у тебя такой большой актив такой. А на самом деле нет, нихера. Актива практически нету на моих роликах практически. Лайкают и комментируют только мои друзья. Кстати, реально неприятное чувство, очень неприятное. Очень неприятно, прям супер неприятно. Я раньше думал, что, ух, у меня столько много подписчиков, вау, это так классно. А потом такой создаешь, бля, не круто. И потом такой создаешь, блин, как не круто. Да, вот так вот я рассказываю свои жизненные проблемы. Просто реально обидно, что... Практически, наверное, даже сказать, 95%, наверное, моего канала, аудитории, это либо боты, либо пидорасы, которые пришли ради халявных робоксов. И это обидно, очень обидно. Аж плакать хочется. Но я не отчаиваюсь, в принципе, мне насрать, я делаю чисто для себя. Так кого я, блять, обманываю? Мне все равно обидно, что... То, что я делаю, никто не смотрит. Я, конечно, понимаю, что на Ютубе довольно сложно пробиться, там все дела. Набрать первую 1000 подписчиков или даже первую сотню. Но я набрал, на самом деле, очень быстро. Хотя за 2 года, ну, не знаю. Хотя некоторые вообще там, не знаю, за 5 лет не могут набрать даже 10. Ну, хотя это просто люди, которые не снимают ничего вообще практически. Так что да, вот такие дела. Обидно, конечно, обидно. Да, очень обидно. Ну, в принципе, ладно, не буду отчаиваться. В принципе, буду продолжать также снимать ролики. Для кого-то, наверное. Возможно, когда-нибудь, кто-то наткнется на мой канал и начнет его смотреть активно. Но это не точно. Какая у него максималка? В принципе, даже лучше, чем у пикапа. Ну, естественно, понятно. У него там было 1.6, вроде 1.8. Тут 1.21. Ну, такое. 1.21. Хотя, может, я просто дебилыч, который не понимает. Колесо оторвало, заебись. Как у нас с мордахой? Ну, все отлично. Блять, вот на дорогу лучше смотри, ебаный дебил. Софи Мартинс, Джек Бента там что-то у нас ботаются. Ну, нам это, в принципе, вообще пофиг. Так, они уж как догоняют нас. Это, кстати, очень плохо. Надо, кстати, сейчас оторваться по прямой сейчас. И тупо отрываемся. Фух. Пока что снова очередная гонка без происшествий. Тупо на бластере, тупо... Файса слэм, да? Ну да. Или нет? Окей. Сейчас мне кто-то въебется. Нет, окей.
Блять, вообще нет, нигде. Ну ладно. Окей, следующая гонка, наверное, сейчас вот сейчас мы доиграем две, еще остальные и закончим, наверное. Чё такого еще разрядно сказать интересного? В принципе, ничего. Вообще не знаю, стоит ли снимать дальше Roblox. Такие более разговорные ролики какие-то, да. Не знаю, как-то не хочется, нет желания. Потому что я понимаю, что столько сил вкладываю и прочее, времени, монтажа. Конечно, не денег, но все-таки обидно. А тебя никто не смотрит. То есть, ну, это, грубо говоря, очень обидно для меня, на самом-то деле. Ты стараешься, вкладываешь, кучу времени тратишь, особенно сценарий, чтобы придумать что-то, продумать каждое слово, чтобы интересно было. А тебя потом никто не смотрит. То есть, ну, грубо говоря, всем насрать. Типа. Вообще, я даже понимал, что тот контент, который я делал по Роблоксу, сто раз лучше, который делают обычные ютуберы по Роблоксу в СНГ. Популярные разные, там, котенок лайк, там, YouTube-фэм и прочее, вот эта помойка вот эта. Понимал, что реально я лучше всех делаю, но... Да. Ну, такие дела. Ну, в принципе, о чем я говорю речь там? В Роблокса 80% аудитории это дети глупые. То есть, ну, что еще удивляться? Всем нравится бесплатные Роблоксы, там всякие приколы там разные, ха-ха, смешно, ржака. Обоссался на уроке прям. То есть, ну, грубо говоря, всем насрать, который ты делаешь контент. Познавательный, непознавательный. Полезный, неполезный. Всем насрать, всем нужны приколы, ржаки, обоссаши. То есть, ну, грубо говоря, всем насрать тупо. Всем нравится, короче, глупый юмор. Обидно. Хотя замечал некоторых своих коллег по Роблоксу. Замечал. Вообще, я себя не считаю реально типа Роблокс ютубером, потому что ну лоу. У меня канал разнообразный, я нигде не указываю, что у меня канал именно посвящен Роблоксу, именно этой помойке, так сказать. То есть, ну да, замечал, что да, они снимают полнейшее говно, но что поделать, то есть, хочешь получить подписчиков, снимай говно. То есть, ну, так и действует закон на ютубе. Да и по Роблоксу также контент. И пока пиздел, пока что никто ничего не врезался, кстати. Воу, кстати. Надо отрываться реально по-жесткому, меня сейчас догонят тупо. Так, отлично. Фух, отлично, у нас... да, не самый лучший круг. Ну, ладно, хотя бы вот так вот. Бульдозер, Бластмастер, Мастер по взрывам, окей. Так, кто на самом, кстати, Джек Бентон? Ух, сука. Буг... Багбрар. А, Багбир. Во. У них тут, наверное, на все написано, типа, Багбир там и прочее, типа, ну... Багбир Entertainment. На самом деле, я очень сильно люблю эту компанию. Ну, разработчиков, естественно, компании Багбир. Они делают, на самом деле, реально классные игры. Делали. Сейчас они пока занимаются именно брекфастом, да, я так понимаю. Блять, вот как можно было не въебаться в эту тварь? Блин, такой был просто вот реально моментик, прям вот классный, прям сочный. Просто как вот можно было не въебаться. Ой, бля. Это не пизда. На этой карте чаще всего происходят происшествия какие-то, лично у меня. Хотя в городе и то, наверное, больше, наверное, происходит, хрен знает. Блин, все равно тачка не управляется, реально. То есть говорит, что да, она там управляемость классная и прочее, но не чувствуется. Так, надо Фрэнка Малкова догонять уже. За мной Кэти Джексон, Солитер, Джек Бентон, ух, блин. Все ненавистные мне люди. Фрэнк Малко, блин, как угнал в своем бластере, конечно. У меня тоже бластер, но, блин, у него... Как будто, блин, лучше протюнинг, как будто. Чувствуется. Вот, ну, вот...
Ладно. Окей. 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 Пофигу. Просто такой опять был момент, просто сочный. Я мог ебаться! Блять! Вот. Тачку просто заносит, просто реально. Тачку реально типа заносит. Заносит джекпоинт, блядь. Реально, тачку заносит очень сильно. Хотя, блин, управляемость там вообще, блин, чуть не до десятки доходит. Но управляется много говно. Ну, хотя это, наверное, заносится с того, что такой, такая поверхность, типа, ну, земля такая. Скользкая. Хотя хер знает. Пока что опять очередная гонка без происшествий, без всего, без таранов, без взрывов. Ну ладно. Так сказать, проходим налегке. Блять, налегке. Ой, бля. Блять, не отдавать эту пидорасу. Блять. Я думаю, сейчас будет финиш просто уже рядом практически, а тут, блять, оказывается, нет еще. Так. Фу. Отлично. Супер. Ух, блин, это было на самом деле очень близко. Окей, у нас... Да, у нас самый лучший круг, окей. Окей, зашибись. И... Да, солитер мастер по взрывам. Ну, неудивительно. Так, 40 поинтов, и нас Джек Бенто. Город. Офигенно. Сейчас будет жестко. Полюбас, сразу же. Бам. Хотя, что это было, я не знаю. Хотя, на самом деле, я бы тут на самом деле... Ну да, такой себе на самом деле. Когда у тебя... Тупо, просто реально, тупо лайк. Тупо Лукас реально, пацаны. Поставьте Лукас реально. Ой, бля, какие... Ну куда они поехали реально? Так, Софи Мартинс, я, конечно, понимаю, я тебя ненавижу, но... Съебись-ка отсюда. Спасибо. Так, и ты, малыш. Блять, трафик, сука. А, блять, я думаю, сейчас он въебается. Ну ладно. Так, кстати, три круга. Окей, не забываем, три круга у нас. Так, свалил отсюда Джек Бентон. Я ж тебе по-хорошему сказал. Съебался. Все. Не, ну ты что, не понимаешь, что ли, русского языка? А, 122, окей, я понял. Короче, тут скорость довольно неплохая, на самом деле, у бластера, я так понимаю. Но у этой хуесосины Джек Бентона лучше, я уверен. Нихрена себе отрывается, конечно. Ну ладно. Не в мою смену. Так, сейчас мы его перегоним, конечно. Так, давай. И тупо, оба. Прыжки нормально. Так, он со мной поехал, окей. Окей. Не расслабляемся, не расслабляемся. Было просто идеально. Вот это не идеально. Блядь, колесо отвалилось, пиздец. Запаски теперь нет, капец. Ну, бля, Джек Бенто, ну ты заебал. Ну, чувачок, ну реально, бля, заебал. Ну, сбысь. Ну, ё-моё, Джек, ну реально. А, он поехал по этой стороне. Ну, тогда вообще. No problems. Хотя, не. Все окей. Какие-то цифры, кстати, написаны, заметьте. 6... Не, прочитать. 6, 7, 98. Что это такое, не знаю. Окей, давайте сразу выиграем опять эту катку. Катку называю постоянно. Ну, уже вошло такую привычку уже говорить катку, катку вместо гонки.
бля. Роскан. Так, ну, мы Джеку Бенту не будем отдавать, да? Джек. Кстати, кто у нас последний? Рэй Картер. Ну, естественно. А, наш голубенький приятель. Так, окей. Не, в принципе, максималка нормально, в принципе, позволяет реально гнать нормально. Так, лучший круг, наверное, не будет, да? Так, да, наверное, не будет. А, не, все-таки был. Окей, смотрим. Так, смотрим. А, да, у меня самый лучший снова. И да. 50. Нормально. Четко. 1700, в принципе, нормальный. Дерби еще одна открылась. Давайте дерби пройдем и, наверное, все. Давайте дерби пройдем. А в следующей серии мы продолжим. На самом деле, меня бесит, когда контакт таймер идет, но при этом гонка еще не начиналась практически, да? Ну, иногда бесит такое. Ух, еба. Ух, еба. Сразу же просто... Вот Рэй Картер тупо распидорасил, поймите. У Рэй Картера просто тупо, знаете, такой... Оу. Окей. Окей. Очень. Так, Софи Мартинес, знаешь, мне твоя тачка очень сильно пригляделась. Она такая прям, знаешь, сочная, маленькая, аккуратненькая. Ой, бля, кажется, мне пиздец. Так, Малко съебался, это моя добыча. Это моя добыча, это понял. Так, давай. Блять, ну кто-то мешает, я не понимаю, а? Ой, мне пиздец. Ой-ой. Ой-ой. Так, блин, Кэти Джексон, я, конечно, понимаю, но ты свалил. Наверное, так будет неприятнее играть на самом деле от первого лица. Опа! Ух, ебай. Мне от первого лица как-то, знаете, удобнее даже играть на самом деле. Чем от третьего. Так, отлично. Кэти Джексон уничтожен. Там кто у нас? Чпокер! Вау! Фух! Это было на самом деле довольно опасно. Так, и. Так, и. И. Ох, еба! Ух, оба! Ой, ё-моё, чисто ржак реально. И бом! Ой, бля. Ой, бляха, мне кажется, я застрял. Так, кажется, я застрял. Ух, еба. Ух, ба. Так, остался только ты, дружочек, да? Все, тупо минус, реально. Просто тупо лайк. Фух, 127. Ни хрена себе. Деньги получили, все. Что ж, ребят, на этом все. Сегодня серия подошла к концу. Что ж, увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.